И всем привет, с вами я, Артмен, и мы продолжаем проходить Need for Speed Payback. Мы остановились на том, что мы прошли немножечко сюжета и еще одну гонку. Вот. Теперь мы едем на следующую гонку. Так, что это? Прыжок. Понятно. Едем мы на гонку. Ярик водила. Ярик водила. Надеюсь, лагать не будет. Ярик водила. Так, почти доехали. Тормози. Едь давай, Ярик водила. Так, и гонка загружается. Вот наша шикарная машина. А вот наши противники. И мы, надеюсь, сейчас их победим. И не знаете, за этой машиной должен сидеть Тайлер. Но тут за ней сидит маг. Не знаете почему? Я тоже не знаю. Странно, не правда ли? Но все-таки. Что есть, то есть. Резкий поворот. Еще один резкий поворот. Теперь прямая. С очередным резким поворотом. А, да. Пишите свои игры. Ну, точнее, пишите игры в комментариях, в которые мне стоит поиграть. Я обязательно в них поиграю. Ну, если они у меня, конечно, будут. У меня, кстати, Star Wars Battlefront есть. Вторая часть. Надеюсь, микрофон я настроить не забыл. И остается 700 метров. Так что через 700 метров мы завершим гонку. Лагает как-то чуть-чуть. Е-е-е, мы прошли эту гонку. Странно. Говорят нам, что мы куда-то ехали. Ну хорошо, поедем. Так что, может быть, я сниму Star Wars Battlefront. Если захочу. И вы напишите в комментариях. Ярик водила.
Так, 400 метров. Уже 200. Так, ну когда же у нас новая машина-то уже будет? И вот наша новая, походу, машина. Да. Запись уже 5 минут идет. Так что вот такая у нас теперь машинка. Хорошая машинка. Главное, что быстрая. Быстрая. И надежная. Вот с нами опять по радио связываются. Хорошечно. Так что поехали на следующую гонку. Что-то надо с лагами сделать. Есть идея, что с ними сделать. В настройки зайти. В настройки графики. И поставить на минимум. Хотя нет. Лучше не ставить. А, во, прикольно. Так. Короче, сейчас вернусь. Немножечко подшаманил. Стоит теперь на ультрах. Вроде не лагает. Нормально. Ярик водила. Поехали. О, теперь Тайлер сидит. А не маг. Бла-бла-бла-бла-бла. Продолжаем гонять. Ран, Вася, ран. Пошёл. 30 FPS. Секундочку. Так, немножко опять подшаманил. Графика чуть-чуть похуже стала. У меня сейчас 40 FPS. Но у меня вообще не лагает. Не знаю, почему на бандиками лагает. И лагает ли вообще. Кстати, можете подсказать, чтобы сделать так, чтобы видео в бандиками не лагало. Я сейчас записываю в бандиками. У меня тут не лагает, а в бандикаме вроде лагает. Так что вот. Переборщил чутка. Куда ты? Так, ну ладно. Мы еще успеем их обогнать. Я это надеюсь. Я надеюсь. Наконец-то пятница. Но пятница 13-е это ужасный день. Поверьте мне на слово. Очень скандальный. В следующий раз не советую вам идти в школу пятницу 13-го.
Вас обязательно там ждет какая-то ссора. Так, и я снова первый. Главное, чтобы сейчас нас не обогнали. Во, нас Лина Навара узнала. Сейчас, короче, у нас этой машины не будет. Не сейчас, но скоро. Когда же нам уже дадут возможность машину тюнинговать? Ура, финиш! Один с минут уже съемка идет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну вот, значит, кстати. Сейчас она ему все высказывает. И потом он от них угоняет. Сраные наемники. Ай. Ну, поехали быстрее уже. Догоняют. Парни в черном. Как говорит Тайлер. Пошел ты. Воздушные шарики. Так что минус 2. У нас 60 секунд. Боюсь, мы можем не успеть. Хотя нет, мы успеем. Так что быстрее машины разгоняйся. Это, кстати, BMW. Давай быстрее ехать. Точнее, едь. Точнее, без разницы. Быстрей. Шайтан-машина. Давай. Вот задолбали уже врезаться. Скоро он свою команду поедет собирать. Е-е-е! Теперь мы едем... Едем как в какой-то гамблер. Чё это, я не знаю. Дом, наверное, какой-то. Убежище. Ну, это скорее всего. Очень хорошая машина. Очень. Приболел чутка. Приехали. Ну вот, нас встречает Шуллер. Чё-то там он нам предлагает. Ну и теперь мы возвращаемся назад. Тайлер сам с собой разговаривает.
Но это не удивительно. Сраные машины. Полтора километра. А не километра. Хе-хе. И мы почти приехали. Сейчас будет очень плохо. Вот Таллер вышел из машины. Идет к себе домой. Тут стоит Линна Навара и смотрит на него. Зажигает фары. И дом рванет. И дом взрывается. А машина угоняется. Линна Навара прощается. И вот именно сейчас Таллер звонит, а не звонит Шуллеру и говорит, что он согласен. Будет собирать свою команду. Так что вот. Сейчас мы играем за Мака. Вот это его как бы знакомый. Он рядом с машиной стоит. И они сейчас будут кататься, дрифтить. Будет сложновато, наверное. О, отлично. Один уже получилось сделать дрифт. Сейчас сделаем второй. Сделаем же. Нет. Да, хороший. Чудесно. Это тоже хороший. Давай, ехай уже. Тут финиш. Ну вот. Вот этот вот еще просит покататься. И наш главный герой, Мак, конечно же, соглашается. Да, я заехал. Хэштег Ярик водила. Я, конечно же, не Ярик, но все-таки. Я водила. Хорошая машинка. Быстро. Поехали. Но у Тайлера была лучше. Они там лялякают, несут чушь всякую. А мы едем и врезаемся в столб. Шестьсот метров. Отлично. 20 минут уже снимаю. Быстро, быстро. На уроке время летит гораздо медленней. Так, и нас просят сейчас активно подрифтить. 17 тысяч. Ай-яй-яй. Да, тяжело будет.
Не вовремя опять. Давай уж быстрей. Шайтан машина. Уже 6000. Теперь 8000. Ну, почти 9. Вову, сейчас надо будет. Что ж такое-то, а? Ну, давай, что так медленно? Ой. Пятьсот ярдов осталось. Чувствую, мы не успеем. Но надеюсь, получится у нас. Давай, давай, врум-врум. Нам говорят, что неправильный путь, но он на самом деле правильный. Ну давай, быстрее уже, заполняйся. Ярик водила. Или создатели этой игры слишком умные. И, короче, у нас ничего не получилось. Хотя... Да. Конец. Попробуем еще раз. Но вы это не увидите. И у меня получилось. Отлично. И ему сейчас стало плохо. Вот. А вот это сейчас... Как она? Забыл, как зовут. Ну вот, значит, она перевозчиком работает. А, Джесс, вот, вспомнил. Ну и вот, одного бойца подстрелили, точнее, грабителя. Его надо доставить в больничку. Его, кстати, Джимми зовут. У нас есть 2 минутки. Так, главное быстрее доехать. Вам не кажется, что у нее стала немножко другая машина? Точнее, немного. А, ей Таллер, кстати, позвонил сейчас. Так что вот. Почти уже приехали. Километр остался.
Да. Скоро, наверное, уже придется заканчивать. Потому что я уже записываю 26 минут. И мы приехали. И Джесс вроде с нами согласна. Надо доехать. До чекпоинта. Наверное, со следующего видео я буду вырезать вот эти вот поездки до точки. Ну а сейчас... Ну ладно, сейчас попробую. Доехал. Менты. Еще ехать 2 километра. Воздушные шарики. И мы почти доехали. И мы приехали. Все, она согласилась с нами. Семьдесят FPS. Уже 80. Ну вот, значит, они приехали к Раву. Переговорили. Сказали вы... Он спросил их, вы что, безумные? Им, и точнее, нам нужна машина. Он сейчас разрешит нам ее выбрать. Чё выбрать-то? Даже не знаю. Так, что это такое? Ну, значит, вот это. Врум, врум. Сейчас погонять надо будет. С Равом. Хороший выбор. Прикольно. Немножко здесь проедем. Немножко тут проедем. И сейчас увидимся. Обгоняем. Я теперь второй. Не, второй. А все-таки ивент завершил. У нас теперь 316 тысяч. 200 репута... Плюс 200 тысяч репутации. Спид-карту нам дают выбрать. Давайте возьмем вот этот. Блок. Конечно же, мы выбираем вот это. И мощность автомобиля у нас теперь возросла. И нам теперь доступно будет несколько гонок. Вот этот дилер, там можно машины всякие покупать. Для бездорожья там, например. Для погонь, для гонок. Для дрифта. И нам говорят купить. Так, это что? Но мы берем Субару. Потому что она мне как-то больше нравится. Сейчас погоняем.
куда прёшь? Заносит сильно. Сейчас вернемся на аэродром. Увидимся через секунду. Пытаемся обогнать Джесс и проезжаем первую. Но нет, не получается ее обогнать. Но мы все равно приезжаем. Event completed. Плюс 14 тысяч. Не знаю за что. Еще плюс чуть-чуть репутации. Выбираем спид-карту. И ставим ее, конечно. Так. Йоу. Не хотят они, чтобы я ее ставил. Но хорошо. Сейчас поставим. Опять куда-то надо ехать. Приехали. И тут у нас гараж. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. О, Deluxe Edition, прикольно. Также у меня Nissan. Тут есть. Это для оффроуда, это для дрифта, это тоже для оффроуда. Это нам не нужно. Это пригодится, наверное. И это тоже пригодится. Я надеюсь. Так. Что тут можно сделать? Это нам не надо. Да, вот. Карты можем поменять. И ставим. Прикольно. Так, можно перекрасить. Интересно, как тут перекрасить? Так. Тренди, чё тут? Так, мда. Ну, сойдет. Нет, не это. А вот это. Отлично. Хотя нет, погодите. Что лучше, это или вот это? Ну, у меня и так нормально. И у нас получается супер прокачанная машина. Так, вот у нас там аэродром наш. Тут гоночка нам доступна. Тоже это Лига 73 для Мака, для бездорожья. Да-да-да. Сейчас мы заглянем в гараж. Точнее, во, телепортируемся, появляемся, заходим в магазин. И что тут у нас есть? Берем вот это что? Так, тоже затариваемся. Тоже затариваемся. Тоже затариваемся.